Всем привет! Приятного аппетита, приятного чаепития. Сегодня у нас довольно странная погода. Было утром минус 5, сейчас уже солнышко, облаков нет, небо чистое и приятно. Вот так вот. Да. Гоша, привет. Пойдем на место, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Садись. На место. Ага, смотри, что есть. Так. Шарики. Ну-ка, один шарик дай. Один. Молодец. Дай два шарика. Два. Два. Сразу два. Два шарика дай. А, я понял. На. Лапку у него держу. Чуть-чуть. Ну иди сюда. Иди ко мне. На. Молодец. Дай два шарика. Два шарика дай. Раз и два. Нет, брось. Положи. О, ветер какой сильный. Дай один. Молодец. Дай два шарика. Раз, два. Раз, два. Два сразу. Да, давай. Молодец. Дай три шарика. Три. Нет. Сейчас. Вон, достань. Три шарика дай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сразу. Сразу. Раз, два, три. Раз, два, три. Сразу три. Три. Три сразу, дай. И этот еще. Давай. Три. Молодец. Молодец. Дай один. Один шарик, дай. Один. Давай шарик один. Молодец. Дай два. Два шарика. Раз, два. Отсет? Нет, нет. Положи. Два. Два. Раз, два. Раз, два. Один, два. Да, молодец. Молодец, умничка. Умничка, Гоша. Гоша, голос. Дай лапку. Другую. Другую лапку дай. Другую, другую. Нет. Другую лапку дай. Другую, другую. Вот эту. Дай лапку. Лапку дай. Нет. Лапку. Давай лапу. Молодец. Дай другую. Другую лапу дай. Другую вот эту. Давай. Молодец. Где Апутинка у тебя? Апутинку дай. Вот Апутинка, дай ее. Молодец. Умница. Что-то снег падает, да?
Ну пошли, пошли. Ой, что-то нашел, да? Заначку опять. Очередную. Что-то пока ходил, улетел. Куда-то туда. На разведку летал. Айда, айда, айда. Молодец. Умничка. А, вон там снег с этой теплицы сходит. Чуть-чуть. Ну-ка, Гоша. Иди на крышу садись, на баню. Не-не-не. Вон, на крышу садись, иди. На крышу, на крышу. Эй. Ну-ка, иди сюда. На крышу иди. На крышу, наверх, наверх. Ну куда понесло тебя? Наверх. Наверх. Молодец. Голос, голос. Молодец, умница. Иди домой, заходи. Двери открывай. Открывай двери, открывай. Заходи. Так. О, витрина. Молодец. Витрина, витрина. Ай, блин. Садись. Садись, садись, садись. Сядь. Садись. Да возьмешь, возьмешь. Возьмешь. Иди. Иди вон-то. Голос. Молодец. Пойдем. Иди ко мне, садись. Садись. Гош, иди ко мне. Садись. На ручку садись. Молодец. Это хорошо. Я вон об это ударился. Кушай. Вот такое поведение дорогого стоит, что он не пытается убежать, не пытается скрыться. Ну, если у кого-то есть, допустим, вороны или врановые птицы, могут понять, что добиться такого очень-очень сложно. Обычно хватает и улетает.
или пытается убежать. Если еще. Ну ладно, давай сейчас перчатку сниму. Да я только Гоша снял, видишь. Кушай, кушай. Ты молодец. Молодец. Если даже еще пробовать потрогать. Ну да, есть какое-то недоверие небольшое, но так. Раньше бывало такое, что вот он ест, я мог прямо вместе с ним там отрывать кусочки, ему давать. То есть главное ему доказать, что ты не заберешь ничего. Двери открываются. Кушай, кушай, Гоша. Кушай, кушай. Садись. Да. Так, сейчас дверь закрою. Кушай. Кушай. Ты молодец. Ты молодец. Ну-ка. Аля-ля. Молодец. Проверил, что там дал. Ну-ка. На. Молодец. Лапки у тебя какие. Можно постепенно вот так приучать лапки трогать его самого. Чтобы он не паниковал. Пу-пу-пу. Так, он сейчас в клюв набирает, чтобы спрятать. И вот когда будет прятать, можно ему помогать прятать. То есть его там куда-то повыше поднимает, чтобы он с вашей руки пытался сделать заначку. А когда делает заначку, можно ему что-нибудь там приносить. Да. Какой-то материал для скрытия. Да. Да. Вот он оставил. Сейчас пойдет. Вон, Гоша, можно туда. Пойдем. Пойдем. Куда хочешь? Куда хочешь спрятать? Но главное, чтобы искал и был вместе с вами. Заметьте, свой лакомый кусок он оставил. И не боится, что я у него заберу. Если попытаться забрать или подойти слишком близко к этому куску, и он это увидит, то расценит это как то, что вы хотите у него забрать. Вот он сейчас прячет. Все, спрятал. Пойдем. Ну, вот он за своей заначкой бежит. Не заначкой, а куском. Ну что, Гош, доедать будешь? Так же, вот заначку он сделал, к ней не надо подходить, не надо его нервировать. Да. Ну, еще вариант, он может спрятать в капюшон. Вот. Туда. Все. Положил, закрыл. И уверен, что я у него не достану. И никто не достанет, потому что это самое надежное место. Это тоже вариант доверия такого. Да, Гош? Я сейчас пойду. Достань из капюшона у меня. На. На. Доставай. На, доставай. На. Забирай. На. Забирай, забирай.
Ага, молодец. Молодец. То есть не надо хватать, можно просто прикасаться, и он уже будет понимать, что ты не опасность для него. Надо на первом этапе. Потом можно там прихватывать чуть-чуть. Кушай, кушай. Молодец. Все съел. Стрим, привет. Гоша, здрасте. Гоша, ну-ка, покажись. Ой, какой пушистый. Сейчас буду веревку, канат вот этот вешать вот сюда и эту качельку перевешиваю. Так. Вроде бы готово. И как ты запрыгивать будешь? Туда. А, нормально, да, запрыгивать будешь? Ну-ка, иди. Садись. Ну. Чуть не упал. Так вот. Доставай. О, молодец. Нормально. Можно даже еще туда прибить или прикрутить канат. Опа, что-то нашел. Ваши старые значки. Вроде по удаленности от стенки в самый раз. Если что, можно назад сдвинуть. У меня только вот этот узелок смущает. Слишком уж хлипко. Гоша. Нельзя. Может быть. Возможно. Возможно, возможно. Ой, не смотрю. Не смотрю. Может быть. Моби Дик. Куда? Сказал нельзя. Моби Дик. Ноки. Москва. Может быть. Космос. Может быть. Может быть. Возможно. Ноги, ноги, голова. Ты откуда и куда? Гоша. Взять. Возможно. Нельзя. Куда берешь? Можно. Можно. Эй, алло, можно? Можно. Гоша, можно, можно, на. Можно. Можно, можно, можно. Затупил.
Ну-ка, голова, давай, Гоша, полетел на круг. Уже вороны пролетели. А, он за воронами, что ли? Нифига он. Гоняет его по полной. Ну, сейчас его вообще оттас втроем-то его. Айда, 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 айда! Вон он, за значками летает где-то. Потому что зимой там он все прятал, летал. За дом куда-то сел туда. Все, он дома был. Брат написал, что Гоша прилетел домой. Иди ко мне, садись. Летел. Айда. Айда, айда, айда. Иди двери открывай. Открывай двери. Открывай, открывай. Давай сам, заходи. Открывай. Ну открывай двери, открывай. Открывай, открывай, открывай. Еще, еще, еще. Во, заходи. Ну, забежал. Голос. Голос. Молодец. Прям молодец, молодец. Ну почти. Ладно, всем пока.